Ребята, очень хорошую игру провели. В первом тайме забили два мяча. Вообще соперник как-то изучали перед матчем или выходили, не знаю, его? Да нет, на самом деле не изучали соперника, собрали состав, как бы заявились для того, чтобы поиграть все удовольствие, да, там у нас уже достаточно такая взрослая команда, некоторые ребята уже, да, там почти по 27 лет, можно сказать, последний турнир на паркете, все удовольствие выходим играть, ну, как бы сегодня сейчас получилось, как получилось, поэтому, думаю, дальше больше, посмотрим, будем идти от матча к матчу. Ну, себя хочу добавить, что на самом деле по игре сложно тебе сказать, я просто рад снова собраться с ребятами, с друзьями, поиграть спустя такое большое время. В кайф, в удовольствие, я думаю. В принципе, первая игра получилась, я думаю. В втором тайме пропустили пару мячей от соперника, но быстро отыгрывались, что позволяло не расслабляться, там, не давать больше им забить. Ну, я думаю, что ребята, как бы, некоторые играли в мини-футбол, соответственно, не стали расслабляться. В первом тайме сделали задел, во втором начали уже увеличивать свое преимущество. Но я думаю, что это больше опыт какой-то, да, на паркете и опыт вообще в футболе. Поэтому, думаю, за счет этого нам удалось спокойно довести дело до победного конца. Там пару ребят просто кураж поймали, сделали свое дело, забили классные мячи. Что еще надо для первого матча, в принципе? Прошел соперников, они группу не знают. Вы знаете свою группу, наверное, как ее оцените и вообще как далеко планируете продвинуться по турниру, есть ли финал в планах? Честно скажу, по поводу группы я абсолютно ничего не знаю, потому что все команды, все обновленные, то есть, да, за счет, как бы... Соответственно, по поводу того, как далеко мы собираемся пройти, я говорю, опять же, будем идти от матча к матчу. Самая главная первая задача – выйти из группы, а дальше уже как жеребьевка сложится и как бы у нас там, не знаю, как получится, так и получится. У нас всегда на паркете, если 1/16 проходим, это уже успех. У нас все остальное как бы посмотрим.